Музыкальный портрет — это не просто про красивую музыку, хотя и про это тоже, безусловно, но это в первую очередь про способ и возможность соприкоснуться с собой, с своим внутренним миром, увидеть то, что не видно человеческому глазу, и прожить это телом. И у меня был опыт как прослушивания портрета души, так и записи живого музыкального портрета, и это абсолютно два разных и невероятно ценных опыта. И я каждому искренне желаю пройти через это. В момент написания живого портрета, прослушивания, ты начинаешь замечать, видеть то, что ты не видел и не слышал очень долго. Хотя, возможно, тебе даже говорили об этом другие люди, но через музыку это удается услышать легко и прочувствовать. И ты действительно начинаешь это замечать, начинаешь сам меняться, начинает меняться твое восприятие, начинает меняться твоя жизнь. И я хочу благодарить Михаила за то, что он творит и создает такие вещи и дарит такую возможность людям узнать и услышать себя.